Логопед Світлана Осіпцова сьогодні з нами у гостях. Радий вітати вас. Вітаю зі святом. Дякую, що зранку завітали до нас, не дивлячись на професійні свята. Віктор, добрий ранок у вашій студії. Я дуже дякую. Дякую за привітання. Також хочу привітати своїх колег з Міжнародним днем логопеда. Якщо буде зручно, я перейду на російську. Без проблем. Я думаю, що всі поймуть. Увиділи зараз, ну, поздравлення, я думаю, да. Несколько слов поздравлений всім нужно сказать, потому что действительно это люди, которые, благодаря которым есть возможность красиво и правильно разговаривать. Да, у меня сегодня было несколько моментов, когда я уже начала этот день с поздравлений, я поздравила несколько коллег. На мое удивление, коллеги забыли о празднике. Заработались. Поэтому я хочу столь официальным образом напомнить. Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас с Международным днем логопеда, пожелать вам творческих процессов, пожелать вам исполнения желаний, потому что логопед в своей работе больше занимается узко, индивидуально. То есть нам сложно выйти вот, в студию, на большую аудиторию и начать общаться. Поэтому, возможно, я немножечко волнуюсь, но я постараюсь с помощью Виктора. Я все на себя заберу, и все будет хорошо. Да. Можно несколько индивидуальных, да, как поздравлений? Хочу передать поздравления Писовских Антонине Николаевне, это методист логопедов города Николаева, Прищак Людмиле Александровне, также Куприной, также всем-всем, кто меня знает в этой профессии. Пока. Девочки, с праздником вас. Самое главное, что мы видим, логопедов в Николаеве есть. Есть целое собратье. Есть, да, конечно. Нас много, и мы сила. Это отлично. Ну что ж, я предлагаю все-таки перейти к пунктам, да, нашего разговора, потому что сегодня у нас еще будет миссия ответить на вопросы телезрителей, которые их задавали. Вот как раз хорошо, что мы к Дню логопеда вас таки выловили в эфир. Ответы сегодня получат телезрители. Так вот, самое главное по поводу проблем, которые замечают родители и, соответственно, с которыми потом работают логопеды, в каком возрасте нужно уже бить в колокола и кричать, что все, надо ребенка уже вести к логопеду, или может еще пройдет какой-то период, и ребенок сам выговорится? У каждой мамы очень хорошо развита интуиция. Есть международные нормы, по которым ребенок осваивает те или иные звуки. Например, к 3 годам ребенок должен практически владеть всеми звуками. Некоторые из них могут быть более мягкие, но такие звуки, как «с», «мы», «пы», «бы», «ды» и все гласные, они должны уже быть. С 3 до 4 ребенок обучается говорить фразой, то есть это предложение, и в его речи появляются шипящие звуки «ш» и «ж». Дальше с 5 до 7 все предыдущие звуки формируются, становятся, вводятся в речь, автоматизируются, и уже появляются такие сложные звуки, как сонорные, то есть это «л» и «р». Родители больше всего паникуют. То есть это нормально, когда в 6 лет ребенок идет в школу и еще «л» и «р» не выговаривает нормально? Ну, скажем так, это допустимая норма, вот, до 6 должен говорить. Но так как дети индивидуальны, так как и все мы, ребенок до 7 допускается. Я раньше помню, ведь первый класс шли во сколько? В 6. В 7 раньше. Ну, в 6 я помню, и шел тоже, были даже и позже некоторые. Я помню этот позор на первый звонок, да, я ни «л», ни «р» ничего не выговаривал. Этот стих, который я читал, боже мой, что это было? Ну, хорошо, это было тогда. Сейчас в вашем арсенале есть какие-то скороговорки? Да, есть. Да? Хорошая скороговорки, да, Лигурия, очень хорошая. Можете поделиться? Можно поделиться. Ну, хотя бы сейчас вступление. Четверть четвертого часа, в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не выловили. Вот так. Ну что ж, я предлагаю все-таки от этого пункта перейти к следующему, потому что вот как раз скороговоркам, мы о них и говорили, и сейчас вот можно, я думаю, их все-таки ребенку и использовать, или как? Когда вот с ребенком? Смотрите, ребенок рождается уже с эмоциями, да? У каждого ребенка есть ведущие эмоции. Если у ребенка изначально эмоция, ведущая интерес, то он легко познает мир и легко развивается. Если же у ребенка такие эмоции, как гнев, презрение, печаль, то ребенок, как правило, капризный.
Но каждая мама – это мир для ребенка, поэтому мы можем добавить ему вторую ведущую эмоцию, которая будет у нас интересом. Да? И с помощью этого ребенок очень быстро будет, ему будет интересно, как мама сказала, как окружающий мир развивается. И тогда становление речи происходит более легче и более результативно и качественно. Ну, это самое главное, да, чтобы был интерес для того, чтобы развиваться. А по поводу того, как проблему, вот родители, например, уже обратили внимание на то, что у ребенка есть проблема, что делать, куда идти, как бы выйти на улицу и кричать: логопеды, где вы, ну, где искать профессионалов? Давайте подведем такую черточку, какие бывают проблемы. Я уже сказала, что проблемы эмоционального плана, проблемы артикуляционного аппарата, это когда у нас есть подъязычная уздечка укороченная, язычок у нас не поднимается и сложно поворачивается влево-вправо. Также у нас есть проблема с фонематическим слухом, например. То есть ребенок хорошо слышит окружающий мир, но речь ему неинтересна, он ее не слышит. Это проблема современных детей, потому что очень много интерактивных игрушек, в которых ребенок не видит, как мама, папа или бабушка шевелит губами. Артикуляционный аппарат он не видит. И он не может копировать и не может по аналогии повторять. То есть для этого обязательно нужно видеть, как эти звуки... Ребенок видит, конечно, вот как наши бабушки раньше делали, они над нами наклонялись, они читали нам сказку, пели песни, и мы уже, да, как бы в полтора-два года у нас была четкая, качественная речь. Сейчас ребенок, скажем так, не получает этого диалога с родителями, потому что мир у нас больше интерактивный. То есть минус даже есть в этих аудиокнижках, в игрушках, которые звучат, да? Есть. Ну, они должны вводиться на определенном этапе жизни. То есть, когда ребенок уже получил навык артикуляционного по возрасту, говорения. От вас, вот как от профессионала, рекомендация в каком возрасте? Ну, я думаю, что 4 года, и то дозировано. То есть, вот когда уже у нас становление произошло речи, они, например, заходишь в какое-то заведение, ребенок в коляске, он уже с телефоном, чтобы только не плакал. То есть, таким образом мы... Решаем свою проблему, да, но создаем проблему ребенку. Совершенно верно. Потому что ребенок должен развивать и аудиальные, да, и кинестетические, и зрительные. А так, получается, он только в зрительном. То есть он только визуал, получается. И речь, соответственно, тормозится. Внутренний мир ребенка может быть очень полным. Пассивный словарь может быть громадным. Но ему нет нужды его воспроизводить. То есть в этом тоже проблема. Да, и следующий. Да, вот это... по поводу проблем. Мы очертили, да, что есть различные по направлению проблемы. Теперь как быть с логопедом? Где искать профессионала и куда обращаться? Да, есть эмоциональное, артикуляционное, слух, фонематический слух и, может быть, индивидуальные анатомические, врожденные. Тоже нужно обращать внимание. У нас в городе работает городская комиссия по МПК. Находится она в 67-м детском саду. И возглавляет ее Прищак Людмила Александровна. К ней можно записаться, не лично к ней, а на эту комиссию, на диагностику можно записаться предварительно, прийти и получить качественную диагностику своего ребенка. Так интересно звучит диагностика ребенка. Что входит в этот комплекс? В этот комплекс входит, насколько развиты правильно психические функции, насколько развиты речевые моменты. То есть полностью идет диагностика. Работает логопед, работает психолог детский. А по возрасту, во сколько, это перед школой, перед садиком или как? Есть какие-то нормы, когда обязательно нужно пройти? Обязательно, но если вы видите, что есть некие такие нарушения, то уже к 4 годам, если не сформировалась достаточно речь, уже можно обращаться. Некоторые родители бьют уже в колокол в 3-3,5, если вы понимаете, интуитивно чувствуете, я думаю, что вам не откажут и продиагностируют, и посмотрят ребенка. А что по поводу того, вот определили, да, есть проблемы, но все-таки какие упражнения необходимо с ребенком прорабатывать в том или ином случае? Упражнения подбираются индивидуально, но ребенок уже в 2 года должен активно поднимать язык вверх, он должен уметь толкать щечки, он должен уметь дуть. Вот еще, кстати, в отклонениях есть речевое дыхание, такой момент. Когда ребенок дышит только ртом, то есть вдох и выдох ртом, неправильно развивается верхнее небо, искажается прикус, получается, что не развиваются правильно мышцы, глоточные глотания, потому что ребенок дышит неправильно, и, как правило, сейчас используют очень много блендеров, и ребенок не жует, то есть мышцы не работают.
Вот, поэтому в этом случае тоже очень важно обращать на внимание, если у ребенка обильное слюноотделение. А если ребенок дышит только ротиком, и он вроде бы говорит слово, но какие-то слоги с серединки либо конец выпадают, это значит, у него не хватает выдоха. То есть можно проверить и сказать, попросить ребенка уже в 3 года сказать такие сложные слова, как велосипед, там, парикмахер. Он может звуки не произнести, потому что у него их нет, но слоговая структура должна быть сохранена. И если нарушено речевое дыхание, то есть его нет, то ребенок и не может сказать слово, он не может сказать фразу, и как бы вот это и есть Как речевое научить ребенка расстройство. этим носиком дышать и объяснить ему, что нужно и носом еще брать воздух? Очень много всяких игрушек, которые мы раньше использовали. И мы, логопеды, их активно используем. Это свисток. То есть, где у Ну нас во да. рту стоит, да, музыкальный инструмент, скажем так, мы вдыхаем носом, ребенок вдыхает носом и выдыхает ротиком. Таким образом, он слышит звук, ему уже весело, и он эту функцию, это упражнение выполняет много-много раз. И таким образом, входит в автоматизацию. Вдох носом, выдох ртом, вдох носом, выдох Сколько нужно ртом. работать с ребенком, чтобы до автоматизма дошел тот или иной процесс? Но подготовительный этап проходит до 2-3 недель. Некоторым детям нужно месяц-полтора. Вообще, по статистике, навык вводится здоровому, нормальному ребенку, сохраненному, до 21-28 дней, то есть это месяц. Какие чаще всего случаются все-таки нарушения в речи ребенка, в речевом аппарате? Вы знаете, в международной диагностике есть очень много диагнозов, но мы их разделяем на 3 уровня задержки речевого развития. Первый, второй, третий. Третий – это когда у нас нарушено грамматический склад речи и лексический. То есть окончание, возможно, выпадает, возможно, слоги переставляются, но ребенок говорит фразу, вот как мы с вами, да, полностью предложениями, он высказывает свою мысль. Второй уровень – это когда нет фразы, то есть спрашиваешь: «Мишенька, ты что будешь кушать?» Он говорит: «Кашу». Обычно ребенок говорит: «Я хочу там кашу с Полное яблоком», предложение, да, да? то есть у него куча желаний, и он их высказывает. Это второй уровень. Вот. И первый уровень – это отсутствие речи, либо присутствие просто звуков, либо слогов в начале слова. Эти все нарушения вот по этим уровням присущны к какому-то определенному возрасту или тут по возрасту уже не классифицируется? Ну, эти уровни ставятся, задержка речевого развития ставится уже с 4 лет. То есть 4 года может быть такое, что ребенок еще только там Может, да, он первоначально, может да? не говорить, и у него может быть первый уровень задержки речевого В таком развития. случае, есть ли шанс довести ребенка, скажем так, до уровня уже своих сверстников, до уровня развития? Да, есть шанс. В таком случае необходимо обратиться к детскому психиатру, к неврологу, в комиссию ПМПК, как я говорила, в детском саду номер 67 работает городская комиссия ПМПК. Если смотрят нас люди из области, то есть областная комиссия ПМПК, в городе тоже такая, то есть туда обращаемся. Вот. И там либо направляют в специальную школу, либо в специальный детский сад, в группы. И по специальным методикам международным происходит коррекция речи. То есть и все реально. Опять-таки, по времени, я так понимаю, для каждого ребенка это индивидуально, но в среднем вот за Реально какой период почему? нужно? Реально почему? Если сохранность головного мозга ребенка, ну только некоторые отклонения, то до 6 лет головной мозг, скажем, восстанавливает те пропущенные зоны. То есть происходит активное восстановление с помощью коррекционных методик И в и 6 лет уже занятий. ребенок спокойно может идти в школу нормально, как и Может все идти его в школу, сверстники. но еще в течение 1 класса желательно понаблюдать, как ребенок читает и как он пишет, потому что, как правило, могут возникать аграмматизмы, то есть ошибки. А теперь, я думаю, стоит все-таки перейти и по времени смотрю, и уже по вопросам, что подошли мы к тем вопросам, которые есть от телезрителей. А вот первый вопрос: как смотивировать ребенка заниматься дома с мамой или с папой? Проблема в том, что с логопедом занимается ребенок без проблем, а вот с мамой и с папой повторять дома упражнения, которые логопед назначил, не хочет. Вернусь к началу нашего Да. разговора, это ведущая эмоция интерес. То есть нужно заинтересовать ребенка, да, а не просто посадить, давай делай, мне там Светлана Александровна вот написала или сказала, вот нужно это сделать. Дети, у которых нет ведущей эмоции интерес, а другие, да, эмоции, они говорят, что значит нужно, мне не нужно.
Он быстро сразу находит ответ. А как заинтересовать все-таки методики? Какие-то есть секреты? Ну, методики больше индивидуальные. У меня такой секрет, что я, например, говорю, там, Мишенька, вот я тебе задание дала, а ты пойдешь и научишь дома маму и папу. То есть ему уже интересен сам процесс. Ну, может ли мама, может ли папа. А еще многие учат бабушек, дедушек, всех во дворе. А девочка у меня такая была, она когда уже пошла в первый класс, с родителями, как правило, я контактирую даже, когда они в школу идут, потому что они еще спрашивают, интересуются некоторыми моментами. И вот мне мама звонит и говорит: «Даша взяла тетрадку, по которой вы занимались в школу». Я говорю: «Зачем?» Я говорю: «Зачем?» Она говорит: «Ну как зачем? Ну Лена же ры не выговаривает, я ее научу». Надо учить. Да. Вот так, у вас уже коллеги появляются. Поэтому интерес – это очень важно. Нужно заинтересовать ребенка. Зачем ему это? Есть, отлично. Ответ есть первый. Когда ребенок заменяет К на Т, что делать? К на Т – это называемый такой диагноз титизм. То есть, когда заменяется звук на звук Т. Что нужно сделать? Нужно обратиться к специалисту, и даже может помочь просто врач-логопед в поликлинике. Просто с помощью специальных инструментов язычок подвигается к задней стенке, и ребенку показывают, как нужно держать язычок для того, чтобы получился необходимый звук. Но бывает, что у мышцы языка очень слабые, называется гипотонус, то есть их нет. Тогда нужно делать специальные упражнения. В домашних условиях может помочь полоскание горлышка, элементарно. То есть в любом случае в данной ситуации нужно обращаться к профессионалам. Ну, он может сам стать язычок, но нужно, чтобы просто показали ребеночку, где положение языка. Есть еще одна проблема, это «с» на «ш» замена или «л» на «в». Как здесь быть? Ну, это классические тоже замены «с» на «ш». «С» заменяется на «ш» в том случае, если у ребенка отсутствует звук «ш». То есть он не поднимает язычок вверх, и этого звука просто нет. Опять же, есть такое очень простое упражнение. Если у ребенка нет никаких отклонений, и он развивается нормально, просто нужно показать ему, подняв язык вверх, и с ручками «ш». Тогда импульс идет в головной мозг у нас, это методика Мухина, и ребенок очень легко говорит этот звук. Чаще бывает нарушение артикуляции, когда ребенок не может переключить «с», «ш». Здесь нужно тоже довести до автоматизма «с» вниз язычок, «ш» вверх язычок. Сколько эти упражнения нужно повторять, скажем так, по времени? За какой период это станет автоматизмом? А ребенок, как правило, больше 15 минут не высиживает. Вот, упражнения минимум 10 раз, максимум сколько ему нравится. Если ему интересно, он будет их делать день. На следующий день он будет их делать 2 часа, замучает, потом он всех будет уже опять. Замучает всех, и в итоге он его сделает. Научится, да. Отлично. Да. Ну и, конечно же, есть такая еще ситуация, у ребенка выпали передние зубы, соответственно, уже выросли вместо молочных постоянные, и он перестал рычать, то есть перестал выговаривать R. Что здесь делать в этой ситуации? Ну, до этого он выговаривал R, да. И была вибрация на кончике языка. Да, да. То есть все было хорошо, родители вот говорят, что все было хорошо. Ну, смотрите, здесь могут быть такие моменты, что... так как зубки выросли больше, да, язычку дискомфортно, ну, как бы ребенку страшно упереть язычок в передний зуб, потому что «р» – это за верхними зубками. Вот. Нужно ему показать, опять же, ну, я думаю, что лучше покажет специалист, либо логопед в школе. В каждой школе есть логопункт, где есть логопеды, которые занимаются с детками. И заинтересованная мама или папа всегда может обратиться, и в течение там, некоторого времени эту ситуацию можно устранить. Если ребенок помладше, можно пойти к врачу-логопеду. Если в детский сад ходит, опять же обратиться к логопеду в детском саду. Ну что ж, на вопросы ответили на этот блок. Я думаю, что сегодня всех мамочек заинтересовали. Детей теперь будут мучать различными упражнениями. Заинтересовывать, да, вот отлично. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали про... Не все, конечно, секреты, но часть их раскрыли. Самое главное делать, создавать интерес для ребенка. Да, благодарю вас за внимание, уважаемые зрители. Не бойтесь, все нормально. Если ребенку интересно в игровой форме, все получается легко и качественно. Самое главное, играйте. Не забывайте про самый главный вид деятельности у детей – это игра. Ну что ж, у нас сегодня в гостях была Светлана Васипцова. Я вас благодарю за разговор, за встречу в эфире.